Видео, видео. Все, ребята, заказала я этот, вот этот перед Новым годом, как всегда, хорошие скидки. Вот. Заказала вот такое новенькое постельное белье, ну потому что, блин, это классно, когда новое постельное белье. Сейчас такое качество, знаете, что, ну все равно, год-два, ну блин, правильно? Да, ну, заказывала еще перед войной. Получается, 3 года назад? Да. 3 года назад. Ну и оно уже, конечно, за 3 года трошки поизносилось. Но вот оно еще есть цвет и все остальное, но хочется же шестновенько. Поэтому заказала, и причем очень хорошие скидки, 525 гривен. Вот за такое. Это еврик у нас. Угу. Евро. Кто будет спрашивать, где? Через Инстаграм вот эти всякие сайты находила и смотрела, где дешевле. Это и все. Все, в принципе, качество одно и то же, просто нужно искать где дешевле. Ну, да, такое. Качество цвета такие, типа, значит, бумажные, короче. Ну, да? Вначале, вроде, ну, я, по-моему, да. Да, по-моему, да. Сейчас не то качество. Не знаю, как оно называется. А, да. Значит, это сейчас, иначе. Подожди, сейчас мы, там написано, что это за этот... Ну, мы спали, нам все нравится. Оно поначалу так. Мне не очень нравилось, а потом как-то привык. В нем тепло. Оно какое-то тепленькое. Есть что это за качество? Что это, куда это? Наверное, зробленный термин тра-та-та. Так, вот так, на свет. Так, нову постельну білизну рекомендовано випрати, понятно. Потрібно вивертати виворітний бік. Ну, когда стирать, надо виворачивать. Перед пранням, да, виворачивать. Так, використовувати пральний порошок з мінімальним вмістом відбілюючих компонентів. Для цвітних речовин, короче. Короче, ну це не то. Нам треба було знати, що це таке. Колекція? Хер його знати, я не пам'ятаю. Може оцену? Чи ні? Та ні, це просто його номер. Следом. Короче, ребята, ми не знаємо, як вона називається, ткань, і не можемо нічого сказати. Ні, ну я туди заказувала, я как-то її это... З екологічно чистих матеріалів виготовлено, все. Короче, когда будете заказывать, там на каждом есть какая-то ткань. Машинное освещение, грамм изоладки, постельное белье, необходимое изоладки, все. Все. Короче, да. Расцветку показала? Показала, да, такие. Да, классные такие, да. Приятные, ночные. Да. Вот, и еще кое-что заказали, но я вам показать не могу, потому что оно Святого Николаевича. Да. Николаевич потом принесет всем по чуть-чуть. Да. А, и еще, давай я эту покажу быстренько. Ну, показывай, да. Ну, это... Все от этого. И нам пришло их 2 почему-то. Да, ребятки, заказывал одного продавца, блин. А он каже, на 100 ватт нема, да? Да, на 100 ватт нема, каже, блин. Давайте вам на 200 вышли. Я говорю, не, только на 100 ватт, потому что, говорю, цена может влететь в копейку. Вот. Ну, потом это самое. Потом пользование влетит в копейку. Короче, да. Он нашел у другого. Он говорит, да что делать отмену? Он, Коля говорит, да делайте отмену. Он нашел у другого чудака. Подтвердил все как полагается. А потом еще раз звонят, да, подтвердить. Да, подтвердить. Я подтверждаю. Он еще раз подтверждает, блин. Ну, конечно, не знаю, откуда звонят мне. Да, короче, ну и ребятки, короче, в общем, что это такое? Это обогреватель пруда. 100-ваттный. Вот, мы все прикинули, все туди-сюди посчитали, 200 гривен нам буде обходиться отапливать рыбок зимою. Мы попробуем. Во. Мы оно, получается, плавает вот эта байда на сверху, на этом. Вона, да, бачите, пластик плюс пенопласт. Да. Оно себе плавает, вот оно так одевается. Да. Вот, и тут возле вот этой штучки оно прогревает. Безопасно вроде как для рыбок, оно вроде бы не... Да, оно для домашних прудов специально сделано. Да. Чтобы не было сверху корки, оно вокруг обогревает, и получается, и... рыбки могут выплести. Да, если им сильно холодно, они собираются просто вот тут вот вокруг. И да. Все. Ну, посмотрим, попробуем. Я просто, мы уже и думали так. И так. А, и плюс, аквариум я проверила. Аквариум течет в нескольких местах. Мы его, конечно, можем подлатать. Вот, и мы его подлатаем. Там в уголочке он прямо такой надбитый немножко. Вот. Если не получится с этим, то будем забирать их в дом. А если получится, то пускай тогда живут там. Ну, ну да, ну а что? Им там хорошо, комфортно, там много места. Да, да. Вот. А, все. И еще купили вон. О. Орегами. Взяли в этот раз дешевую. Мы, да, обычно Силан брали, еще какой-то брали. Ну, в общем, в этот раз на них скидок не было, на то, что мы обычно брали. Да, и они там по дорогущим ценам были. Да, и мы решили попробуем этот. Этот он дешевле 130 с чем-то, да? Вообще, да, 135 гривен, Коля еще умудрился разлить его, пока не... А мы же его открывали, нюхали. Ага. И потом идет
такой, из него льется. Блин. Он вообще полный был. Не капает, а льется, я тебе скажу. Ну, запах неплохой, нам понравился. Ты хочешь дать понюхать? Да, а нюхайте. Ну. Чем как? Пахнет? Хорошей пахнет. Ну, что это такое? Вкусненькое, приятное. То ли груша, то ли персик, непонятно. Тут что-то нарисовано. Оно же все листья такое. Персиковые. А, значит, персик. Вот. Ну, пахнет почему-то груша. А, ну, груша с персиком, наверное. Наверное. И оливка еще нарисована. Короче, типа пахнет всем. Да, да, да. Ну, в общем, да, так да, что да. Вот такие вот купили, бы у меня заканчивается там на одну стирку уже осталось. И, ну, и теперь, конечно, Коля. О, органайзеры Коля купили, органайзеры. А потому что у него в доме полнейший беспорядок. Мы уже одну штучку, он покажу эту штуку, купили, оказалась очень крутая. Ну, очень то есть для него... Штука. Да. То есть для него. Я хотела, чтобы ты сказал. Да, короче, сюда все, отвертки, стамески, все подряд, короче. Плоскогубцы, ножницы по металлу, короче, все сюда впихается. У него это... Сюда все вешается, что там вешается. Барахла у него этого, короче, хватает, и оно не хватает ему куда. А все на столе валяется, и у него каждый раз оно вот эти вот... Ну, в общем, эта штука очень нужная. Да. Для, как для мужика, вы понимаете, что вот эти вот все штуки, это просто вау. Необходимость. Это большая необходимость. Мы не сказали, сколько эта херня стоит. А, 1300. 1300 гривен. Да. А, так я же не сказала, что пришли их две нам. Представляете, да. Пришлось одну назад отправлять. Ну, то есть... То не одной, то две. Да. Ну ладно. То, давай. Так, что? Ця штука 117 гривен. Сейчас по скидкам в эпицентре, да. Было 140. Можно сорвать. Вот это тоже по скидке. Да. 280. По-моему, 260. Че 260? Нет, 240 с чем-то, а та 280, которая такая же, только не пойми чего. 380. 380. 380. Короче, такая же, да. Но почему-то 380. А это 240. 240. 240. Классно. Куча 200. Да. Тут можно сделать разные отделения. Угу. Можно сделать их маленькими, такими все квадратными. Можно вот. Побольше делать. Можно сделать длинными. Ну, то есть, понятное дело. Да. И защелочки тут более-менее нормальные. Потому что надо обращать, когда покупаете, именно на защелки. Ну, в свое внимание обращать. Потому что бывает, что и органайзер неплохой, а защелки такое, фу. Да. И крышка. Вот. Это нормально, она не будет сильно лопаться. Ну, це мене Кіця приболтала на цей. Вот. Каже, давай цей візьмем. Це буде точно довго стоять. Да. Плюс, вот. А Коля хотів вот такой. Тут крышка може лопнути. Тут пластик чуть-чуть другой. Если на него что-то шлепнется, крышка точно лопнет. Тот не лопнет, потому что я по мискам, короче, знаю. Девочки, да. Вы меня поймете. Есть миски такие, как под стекло такие сделаны, они лопаются. А есть миски вот такие, из такого пластика. Они не лопаются точно. Поэтому... Вот. Тут трошки побольше отделения будут. Тоже квадраты можно, можно длинные. Вот. И... Тоже, бачите, все ставятся эти штучки. И это тоже было по скидкам. И тут тоже надо смотреть, чтобы было здесь хорошие эти... загнуто хорошо вот эта часть защелки. Потому что у некоторых прямо оно так наполовину только сделано. Ну, короче, тут брак есть. Мы выбрали одну самую хорошую. В общем, с защелочками, с нормальным. И это тоже по скидке, я не помню почем. 240, 250. Че что-то такое. Ну, в общем, да, все в этом районе. В общем, ну, короче, классные штуки. Да. Это классно, что это для мужчины, это прямо самое то. Ну, да, надо разлаживать здесь. Сейчас он пооставалось в открытии. У нас коробки, все в картонных коробках бралось. Там по 1000, по 500 штук. Пооставалось там 10, там 15, там 30 штук, поняли? Куда его? В этих же коробках ставить, они полупусти. И оно половину, ну, вон те коробки, видите, что стоят, ну, на, да, этом. Да. Это, во-первых, они разлазятся. Мелочи у него. А мы сейчас мелочи сюда все разложим, и все будет классно. Я потом раз открыл по 30-ка, 40-ка, 50-ка. Да и вообще, дело в том, что у него куча этих мелочей, всякие болтики, гаечки, швинтики, тудымочки, сюдымочки, проволочки какие-то, еще какая-то хернюшечка. И вот это вот, я же говорю, для него это самый лучший подарок. Лучший мой подарочек, это он, да? Да. И вот эту штуку решили, я же говорю, еще одну купить. Надо было две брать еще. Да хватит мне ты что, две штуки. Ну а что, поразвешивать ты что? У тебя столько этой всякой билибердени. А сейчас по скидкам. Так что вот такие штуки. Попробовал он, прицепил. Оказалось очень удобно, да? Да, понравилось. Держит, она держит всякие инструменты. Я думал, что она отвалится. Ну, то есть... Она плотняковая. Хорошая. То есть, понял, я тут еще, ну, как бы мало, да, для... Ну, угу. Защипочки. Мало совсем для жесткости, для того, чтобы она держалась. Но держится. Я там уже половину заполнил первой. Угу. Вот. Короче, Николашка рад.
Тяжелее. Очень, очень рад. Это хорошо. Это хорошо. Все, надо пить кофе, кушать что-нибудь. Да, да, да. Вот. А то, что на Николайчика, Николайчик нам уже заранее прислал, мы вам покажем попозже. На Николайчика покажем. А эту штуку будем проверять, тоже вам покажем. Боня вся возмущена, аж сопли на носу, да? Скажи, мамочка, аж сопли на носу, скажи, у нас там по огороду все ходят, лазят. Да не у нас, Бонечка, по огороду. То у соседей. Соседи спахивают уже огородик себе. Заказали машину, а мы еще никак. Потому что мы сами будем пахать. У нас есть тракторец маленький. А времени нету. Что, получилось? А? Можно вытянуть, я как раньше вытягивал, сейчас не знаю куда. Посмотри видео в Ютубе. Может, ты как-то по-другому вытягивал? Да не, все так же. Там резинки, блин, вот они. Они не пускают. Точно? Угу. Смотри, чтобы ты что-то там другого не сделал. А не надо там ничего другого сливать, еще что-то? А? А? Сливать ничего не надо? Ну, можно и злить, конечно. А, точно, злить будет проще, слушай. Так я разливаю все. Точно. Короче, Коля фильтр цей меняет, бо пыхкает, тыхкает. Мы никак не можем, не успеваем мы ничего сделать, блин. Надо поменять, а мы не успеваем поменять. У меня, я там варю спагетти. Захотелось чего-нибудь такого. У нас подливка со вчера осталась. А может, она там сейчас есть? У тебя там он стоит, чё, ну, канистра со всякой отработкой. Не, ну, все соляра хорошая. Я залью, потом залью назад. А. Ну, отрежь кусок бутылки, блин. Что, мало бутылок, чи что? Ну, но бутылки стоят. Валяются, вернее. Валяются, ну, все валяются. А? А он, ну, там. Соседний все вспахивается. Мы вчера свернули уже шланги наконец-то. Оставили все только пару штук, потому что, ну, тебе что нам надо. Ой, классно, нам бы сейчас только. Конечно, этот трактор большой. Он только раз и вспахал, понимаете. А у нас, конечно, да, у нас тых-пых-мых. Но у нас там и некак. У нас там уже кустарники. У нас там уже вот эти все дела. Поэтому я не хочу так вот. Ну, вон, что. Раз-раз, и одним махом быстренько все сделали. Ничего, мы тоже сделаем. Просто у меня получается там и вспахивать таким большим трактором некуда. У меня с одной стороны вон щавель растет, потом у меня там еще капуста вся растет неубранная. Буня стоит, наблюдает, типа, что это такое. Там у меня кустарники, не проедешь к этому всему делу. Ну вот. Ну, так это чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Ну, все, быстренько. А у нас же там, видите, кустарники, там и не проедешь, в принципе. Вот, а там еще морковка не выбрана, а здесь у меня вот этот клаптик нельзя поспахивать. Короче, остается небольшой клаптик, где можно только спахивать, а смысл какой? То это уже Коля тракторцом возьмет и сделает. И с этой стороны тоже, у меня еще буряк растет, у меня еще черная редька растет, там капуста, там не разобрали вот эти штуки, которые, ну, понятно, наши вот эти вот, от огурцов. Ох. Что-то такое. Надвигает, насывает, насывает. Дождя нету. Что-то там это было чуть прокрапало и все. И так ничего нету. Классненько. Одним махом жик. И огородик уже чистенький, вспаханный. Ну ничего. Бонечка, пойдем. Пойдем, пойдем. То не у нас. Боня переживает. Типа, что это такое? Скажи, что это за тракторы там едут такие? Ишь какие? Ишь какие тракторы едут, да? Ну то не у нас, Бонечка. Пойдем. То не у нас. Да, надо уже этот разобрать. Что такое? Ты откуда, засранец, сбежал? Что, ёшка прибежал? Няка, дружбан твой, ну, прибежал. Дружбанец прибежал твой, да? Дружбанец прибежал. Где был? А ну, обнюхай. Обнюхай, где эта свинья была? Где он ходил? Ишь какой ходил где-то, не пойми где. Тоже, все наблюдают. Что это такое, да? Все наблюдают за трактором. А, уже он и сразу же и пахает, и это, и соседям там дальше. А он матрешка. Тиматрешка, он, видите, на дровах ногти он точит.
видно. Чего, трешечка? Все, девочка. Ты наша мышеловка. Работница. Хвост трубой. Идет деловая, деловая, деловая. Боня, нельзя. Няка, няка. Тикай, пошли. Собрались. Все хозяйство собрано. Ёшик. Нельзя. Тоже матрешку гоняет. Засранец еще тут. Видите, она как встала, не идет. Яшиндер, я тебе засранец дам. Я тебе дам. Нельзя матрешку гонять. Нельзя ее гонять. Ты понимаешь, че нет? Ну, умойся весь грязный какой. Умойся. Она, умойся. Умойся, 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 умойся. Ага. Пропустил. Успела она пробежать. Гоняет, гоняет ее. Нервничает, сидит, она хвостом машет. Туда-сюда. Да, так, у меня там вермишель уже, наверное, сварилась. Погнали. Сейчас уже насыпать кушать. Кушать хочется. Подивіться, яку зая красоту наготувала. Угу. Яйцо с макарошками, с подбивочкой, с зеленью. Опять же таки у нас есть ця штука, опять ця штука и ця штука. И опять все штуки одинаковые. Да, це ікорка, це у нас соус остро-сладкий, а це у нас редька. О, я все вспомнив, я молодец. И кофе недопитый. Вот так вот садимся обедать. А, ось уже грушки готовляться, бачите? Уже вони несколько раз перекипіли. Як перекипіли? Тільки до закипання доводимо, да. І виключаємо. Да. Воно тоді напітується. Нам головне, щоб воно напіталось, виходить. І воно, бачите, стає потихоньку, коротше, мармеладною. Да. От. І з відкритою кришкою все время.